Всем привет, ребята! Вначале вот начинаться с этого, давайте. Раз, два, три. Раз, два. 24 августа 2016 года я пишу синей Виктории Мококу «Выбор народа». Для вас это грозная погода. Приехали эксперты с другого города. Позади меня прошлая жизнь. Спереди сидит счастливая молодежная семья, заигрывает сами. Я взял в кармане пенни. После мероприятия поеду на пикник. Нам не платят за время аресту или наем, нам платят за ценность, которую мы создаем. Один, толпой, вдвоем, я беру микрофон и кричу орем, орем. Дорогой участник, нажми ручни, тормозни, FC Александр даст тебе совет. Если ты способен улыбаться жизни, жизнь способна улыбнуться тебе в ответ. Уже 28 лет улыбаюсь, не надоело, только терпеливость замутит такое дело. Хотите, чтоб ваш путь был так же груд? Тщательно наметьте цель и свой маршрут. Дарю вам позитивное мышление. Дари счастье, пока заложено каждое рождение. Забей на чужие мнения. Эта жизнь требует терпения, внимания. Наше поколение, будущее России, будущее нашего времени. Возьмите у родителей благословение. Уверен среди вас одни спортсмены и гении. Ни сомнений, мысли о вашем рвении. Кто-то проявит себя в спорте, кто-то в тени. Не забывайте дарить близким свою любовь. Она к вам будет возвращаться вновь и вновь. От чистого сердца МС Александра, его молодая кровь. Мы журналисты с активной гражданской позицией, таких уважают в администрации и полиции. У нас всегда счастливые улыбки на лице, потому что действуем в рамках Конституции. За успешный образ жизни некопромо-акции. Сзади лесные чаще цветущие акации. Наши репортажи называют операции. Стань защитником нашей древней нации. Ведь ты герой Российской Федерации. Мой проект интернет-телевидения был из Новикова, Алексей Шарков. Йоу!